На бизнес-завтрак от Мегафона были приглашены представители крупных корпоративных клиентов Одинцовского района. Такие мероприятия в компании – хорошая и добрая традиция. Бизнес-завтраки проводятся для улучшения взаимодействия со своими партнерами. Перед началом презентации всем гостям предлагалось заполнить анкеты. За самые лучшие развернутые ответы и конструктивные предложения были подготовлены достойные призы. Встреча проходила в формате диалога. Сначала спикеры представляли свои презентации, а затем отвечали на вопросы. Если рассматривать по тарифной политике, то для бизнес-клиента у нас на сегодня индивидуальное предложение. То есть мы не приходим к клиенту уже с готовым предложением. Мы сначала стараемся взять обратную связь. Что нужно нашему клиенту? Передачу данных, какие услуги ему нужны, куда он звонит, междугородние вызовы, роуминги. И уже потом мы под клиента формируем предложение. Мегафон 364 салона в Московской области. Компания является лидером передачи по скоростному мобильному интернету в регионе. Все это благодаря сверхскоростному интернету 4G. Если в 2012 году зона покрытия LTE охватывала всего лишь половину Московской области, то сейчас уже всю. Более 64% приходится на долю трафика в сети четвертого поколения. Кроме общения и обмена мнениями, гостям было предложено оценить популярные услуги для бизнеса. Бесплатный номер 8800, виртуальную АТС и контроль кадров, который особенно заинтересовал гостей бизнес-завтрака. В компании «Мегафон» есть уникальная услуга «Контроль кадров», которая позволяет корпоративным клиентам отслеживать местоположение их сотрудников. Мы можем предоставить возможность клиенту смотреть, где они находятся, где они находились до этого, смотреть историю, отслеживать перемещение в зонах, то есть заход в зону, выход из зоны. Клиент может снять статистику, эта информация ему доступна по API. Контроль кадров – услуга, которая позволяет мониторить передвижение сотрудников. Все маршруты отображаются на интерактивной карте. Есть возможность давать поручения с помощью SMS-сообщений, что удобно в случае срочных заданий. На данный объект можно отправить сотрудника, который находится ближе всех к нему. 8800 – услуга, которая пользуется постоянным спросом у клиентов. Ведь им важно качественное общение со своим бизнес-партнером и потребителем. 8800 – это возможность переадресации по времени суток, по группам сотрудников и по регионам. Также благодаря этой функции можно занести номер в черные и белые списки. Виртуальная АТС – это полная интеграция с мобильным телефоном. Она позволяет передать или же записать звонок. Если мобильная АТС работает по принципу интеллектуальной переадресации, то виртуальная находится в облаке Мегафона, поэтому возможности становятся шире. Подводя итоги бизнес-завтрака от Мегафона, участники поделились своими впечатлениями. Очень удачный, очень хороший оператор сотовой связи. При анализе конкурентов рынка сотовой связи Мегафон своими конкурентными преимуществами, скажем так, выиграл этот тендер, выражаясь простым языком, показал хорошие параметры связи, хорошие параметры обратной связи, удобный интерфейс личного кабинета, очень удобные опции, очень под клиента, очень неплохой набор параметров. Посетить мероприятие мог любой действующий или потенциальный корпоративный клиент оператора. В конце встречи участникам были вручены корпоративные подарки от Мегафона, флешка и фирменный блокнот. Также гости поблагодарили организаторов и выразили пожелание продолжить встречу в формате бизнес-завтраков. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».